Согласно новому дизайн-коду города, у аншлагов появился единый стиль. Центр компетенции уже представил несколько новых табличек. И в сети тут же разразился спор насчет адресного указателя на улице Радищева, 66. Пользователи утверждают, что историческое название улицы указано неверно. Действительно, правильное наименование – Флоровская, а не Фроловская. Но главная ошибка заключается в другом. Да, действительно, мы узнали у краеведов, что эта часть улицы называлась уже улицей Мясницкой, не Фроловской, потому что улица Радищева сама была поделена на две части, на две улицы. Возникла небольшая такая ошибка, да, которую разработчики сайта, да, не учли. Этот недочет мы исправим. Новый дизайн пришелся по душе не всем. Свое несогласие куряне активно выражают в социальных сетях. Не очень хорошо смотрится, простоватый, с гербом было ярче и помпезнее, в духе губернии, со своим лицом, а тут теряются. Смотрится как-то мелковато. Визуализация на местности с проездом мимо показала, что табличку видно плохо. Хотя рядом старая табличка, так ее видно отлично. Буквы крупнее и шрифт жирнее. Я думаю, что это, конечно, спорный момент, и на вкус и цвет, как говорится, существуют разные мнения, но есть в том числе и положительные мнения со стороны дизайнеров и профессионального сообщества. Замена аншлага является лишь рекомендацией. Если же человек хочет его обновить на своем доме, то в группе Центра компетенций можно найти всю необходимую информацию и образец. Наталья Малкоедова, Алексей Еременко. События дня.